Упс. Эй, народ, давайте соберемся и немного поговорим. Спасибо всем за помощь в создании лагеря. Очень приятно видеть, что мы держимся вместе после этого случившегося кошмара. Давайте воспользуемся моментом и представимся. Ведь, возможно, нам придется некоторое время жить вместе. Я Элис, мне 45, а это мой муж Роберт. Мы из Монреаля. Я люблю походы и готовку. Очень рада познакомиться со всеми вами. Вы можете звать меня Боб, ребята. Не знаю, что сказать, я любил немного возиться по дому, и рыбачить по воскресеньям. Ладно, спасибо, в общем, меня зовут Алехандро, мне 32. Я думаю, все вы меня знаете. Я был управляющим на том курорте, где вы отдыхали. Я летел на свой первый отпуск за 10 лет. Так что вот. Привет, я доктор Беттани Уитерс из Лондона. Если вам понадобится медицинская помощь, приходите ко мне. Эй, мой папа не очень много говорит, пожалуйста, простите его. Я Ильяна, мне 16, мы из небольшой деревни в России. Ах да, и Джулия вышла замуж за моего папу прошлым летом. Здрасте. Все уже сказано. Не ждите от меня, чтобы я назвала свой возраст, или мне придется заставить вас молчать навсегда. Мы закончили? Мы впустую тратим драгоценное время, мы должны взять себя в руки. Я Джейкоб, и я знаю, как выжить в этой недружелюбной среде. Я готовился к этой возможности всю свою жизнь. Пока вы все бестолково плакали, я прошелся по округе и нашел большой водяной бак с чистой водой. И достаточно средств, чтобы развести огонь. Ты прав, Джейкоб. Но перед этим я предлагаю минутой молчания почтить тех, кто не выжил в катастрофе. Они будут мучить меня ночами до конца жизни. Результат разговора. Плюс 10 дерева, плюс 2 камня, плюс 1 труд. Депрессия персонажа Алехандро. 0,20. Типа по двадцатке каждому, что ли? Раздали. Добро пожаловать на Бермуду. Так, левый край лагеря. Давай переместимся. Подожди, можно мне выключить? Юрий. Обыскивать. Да, собирательство 58. Хорошо. Обучение 1 из 13. Депрессия, болезнь, ранений, 5 состояний, голод и усталость. Переместите двух персонажей в слоты изучать в библиотеке. Так, я знаю, что ты, Ильяна, у нас умная, да? И Джейкоб более или менее какие-то знания есть. Ага. А сейчас переместите трех других персонажей в слоты исследовать у джунглей. Попробуйте подобрать лучшее сочетание. Качество и количество, да? Я не знаю. Кто? Давай попробуем подобрать. Исследование 45. Хорошо. Так. Вот это у нас барышня, по-моему, тоже исследование 70. Отлично. И кто-то шо? Давай посмотрим. Здесь исследование 20. Не надо. Сиди дальше. Так, Джулия, исследование 45. Хорошо, нажмите на мастерскую, далее выбрать чертеж для изготовления. Выберите чертеж костра и нажмите ОК. Чертеж для изготовления. Хорошо. 10 дерева, 1 что-то там и 2 камня. А сейчас назначите двух оставшихся персонажей в слоты изготовить в мастерской. Двух оставшихся. Изготовление 43. И Винтерс у нас изготовление 26. Ну окей, когда будете готовы, нажмите кнопку «Далее». Как дела, друзья? Мы начинаем с вами проходить Dead in Bermuda. Как вы уже поняли, на русском языке. Игрушка непростая, довольно-таки сложная. Я, как только вышла игра, это было очень давно,
Я пытался как-то выживать раз 5 или 6, наверное. Но у меня никак это не получалось. То есть, как вы понимаете, выживание состоит в показателях. То есть, опять же, общение между друг другом немаловажный аспект. Кроме того, усталость, депрессии нужно смотреть. Нужно смотреть на всякие навыки каждого из наших персонажей и подбирать идеальную какую-то позицию. Кроме того, они будут прокачиваться, то есть будут увеличивать свои навыки определенным образом. И каждый из них, если эффективно будет это делать, то мы сможем их дополнительно чему-то обучать. Либо доводить до совершенства какие-то их уже навыки определенные. Давайте я вам немножко покажу, что да как, да? Вот у нас есть все показатели. Это голод, болезнь, депрессия, усталость, ранение. В основном это будет голод, депрессия и усталость. Потому что каждый из них будет работать. Состояние. А по навыкам... Вот у нас есть физические навыки 4, умственные 4, практичные 4, пропитание 4. Но это кто еще не знакомился с этой игрой и не знает о ней. Очень прикольная вещь. Правда, она выходила на английском языке. И я как-то делал первый взгляд. Тоже давным-давно. Ну, а сейчас она на русском. Но я не думаю, что оно как-то... Как бы вам объяснить... Проблема в том, что перевод каждых из вот этих навыков и каких-то способностей каждого персонажа, они довольно запутанные. То есть можно запутаться, и наши персонажи могут прожить неделю, могут две, а могут и три недели прожить. А могут вообще все поумирать, и мы ничего не успеем. Каждый шаг... Каждое наше действие будет засчитываться либо в плюс, либо в минус. То есть есть положительные и негативные эффекты. Проблема в том, что никто от них не застрахован. И скорее всего мы будем терять персонажей практически сразу. Кого-то из них. Ну и по всяким показателям, как вы видите, да, 100 это максимальное вроде бы, насколько я помню. А некоторые, вот борьба, допустим, у Ильяны вообще 11. Медицина 9. То есть она не сможет никого лечить и что-то еще. Кроме того, мы будем с вами открывать и крафтить, и строить всякие строения. То есть это будет палатка для отдыха, это будут какие-то корзины для собирания овощей. Это будет удочка, допустим, для ловли рыбы, чтобы добывать себе пропитание. Ну и медицинские всякие отсеки и все остальное. Вот такие вот делишки. Я ничего не обещаю, потому что из, как я уже ранее говорил, из 5 или 6 попыток у меня ни разу не получалось их вообще даже... Один раз у меня, по-моему, получилось до медотсека, до какой-то больнички добраться. Но и то это так. Из острова я вам покажу карту. Остров просто огромнейший. Нам нужно, главная наша задача, добраться до джунглей каких-то. Там мы сможем вроде как больше всяких ресурсов собирать и чего-то еще. Но это будет нелегко, потому что в каждой из локаций тоже нам рандомно будет попадаться выбор. То есть, ну все это мы с вами увидим и я вам все это покажу. Опять же, кто не знаком с игрой. Кто знаком, думаю, что будет много мне писать комментариев, много советовать. Я на это рассчитываю. Так, хорошо. Обыскивать самолет разбившийся мы будем 12 раз. И каждый раз будут рандомные вещи, которые иногда нужны, иногда вообще не нужны. Добыча некоторых ресурсов, таких как, допустим... Дерево, камень, веревка будет чуть попозже. Ну, давайте начнем. Меня сейчас будут обучать. Я не знаю, как выключать здесь вообще обучение. По-моему, он с самого начала я что-то поспешил. Так, хорошо. Дерево плюс 15, веревка плюс 7. Вкусное блюдо. Отлично. Куча жрачки. Замечательно. Подушка, чашка кофе, две.
С ума сойти. Так, усталость. Минус дерево, минус 2 камня. Так, хорошо. Изготовление. Мы закончили изготавливать костер. Это непременно поможет. Нам удалось устроить место для костра с помощью нескольких валунов и зажечь огонь, используя дерево и особый гриб под названием труд. Гриб — это труд? Ну ладно. Вы можете назначить персонажей на действие общаться вокруг костра, понижающие депрессию. Костер теперь есть в вашем лагере. Чудно. Теперь у нас есть костер. Поможет это или нет? Изучение. Нам понадобится укрытие, чтобы снять усталость, которая накопилась за день тяжелой работы под солнцем. Ну, на самом деле, вот этих три места спальных, они не на всех действуют. То есть, один может свою усталость опустить на 5%, а другой может на 55%. Так что здесь тоже нужно будет как-то балансировать между костром и самим спальным местом. Новый чертеж для изготовления. Спальное место. Хорошо. Так, усталость. Сердечки, которые появляются, это уровень общения. Ну, то есть отношения между нашими выжившими, когда они что-то делают вместе. Если они друг с другом не срабатывают, ну, тогда нужно выходить как-то из этого положения и стараться, чтобы они не поссорились, как минимум. Выберите новый доступный чертеж в мастерской, нажмите ОК. Спальное место. Одна подушка, 5 веревок, 10 дерева. Хорошо. Нажмите на бак с водой, проверьте ваш запас воды и переработайте немного фруктов в воду. Вот с этим у меня всегда были проблемы. Фруктов я очень мало всегда находил. И проблема была в том, что вечно не хватало то воды, то дров. Огромный бак, который вы нашли неподалеку от места крушения, в нем находится вся ваша питьевая вода. Каждый персонаж потребляет 1 единицу запаса в день. Запаса воды осталось 50. Переработать. Давай одну переработаем. Переместите хотя бы 2 персонажей в слоты общения у костра. Так, кто больше всего устал и кто больше всего депрессует у нас? Все, в принципе, депрессуют. Давай-ка мы, наверное, отсюда заберем одного. И вот эту Джулию заберем тоже. Используйте чашку кофе на персонаже. На каком? На любом? Усталость 8. Усталость 7. Усталость 11. Здесь 13. 5. 11. 11. Давай на вот этой, наверное. Нажмите на кнопку карта и после этого на квадрат новой местности, открытый вами. Давай. Когда закончите с объектом, возвращайтесь обратно в лагерь и нажмите далее. Деревянный ящик. Обыскать. Для обыска нам нужно... Во-первых, собирательство, нормальный показатель. То есть, как вы понимаете, скорее всего, да, уже, что красные показатели или какие-то навыки, это негативные, желтые средние, зеленые это самые высокие, да, ну, а до 80, до 90 или до 100, там еще какие-то, по-моему, салатовые целые будут какие-то, или фиолетовые, или синие, но это самый лучший показатель. Сейчас для того, чтобы нам осматривать какие-либо территории или новые открытые места, или какие-то вещи, или ящики, или диваны, или что-то еще, нам нужна борьба 72 и скрытность 64. От этого зависит еще и собирательство. То есть, если я возьму кого-то с собирательством, допустим, 57, но со скрытностью 19, он получит ранение. Но при этом есть вероятность того, что он больше соберет каких-то полезных предметов. Вот такие дела. Если у него борьба 32 или самая низкая, да, по показателю, то, скорее всего, он получит больше ранения, чем кто-то другой с увеличенной борьбой. Я возьму, наверное, Джулию, но она так стандартно просто здесь всегда скрытно 63. Провал.
Спасибо. Спасибо. Да. То есть это тоже не гарантирует нам успех. Что-то полезное. Чашка кофе. Специи. Лечебные растения 2. И все, да? Окей. Разобрать на доски. Собирательство сила. Давай Юрия отправим. Скрытность 18. Он сейчас опять получит нападение монстра. Угу. Но зато должен разобрать поболее эффективнее, да? Ну, так себе. Хорошо. Так. Окей. Здесь мы выбрали. Да, выбрали. Сейчас они приступят к своей работе. Изучение вроде изучают. Так, здесь депрессия. Депрессия падает у костра. Бак с водой нормально. Чемодан — это то, что у нас есть. Все, что у нас есть. Дополнительное. Давайте продолжим. Это только первый день. Вкусное блюдо. Чудесно. Топор, инструменты. Замечательно просто. Каждый из дополнительных предметов, допустим, топор, больше дает возможности добывать дерево. Какие-то кроссворды больше добавляют знания или там исследования. Гуру спортзала. Навыки физические развиваются быстрее. В 2 раза. Доберемся до них или нет, не знаю. Пляж только 59%. Ладно, хорошая работа, народ. Я знаю, всем тяжело, но нам удалось отыскать немного еды в этом проклятом самолете. Я уверен, там найдется еще, если мы продолжим искать. Но этого хватит лишь на несколько дней, после этого мы будем сами по себе. Кто-нибудь знает, как охотиться? Я знаю, но только не голыми руками. Нам нужно найти или изготовить какие-нибудь инструменты. Давайте распределим еду, которую мы сейчас нашли. Нам нужно установить дневную норму питания. И воды тоже. Среднестатистический человек умирает после 3 дней без воды. Пугающая мысль. Не волнуйтесь, мы можем выжимать сок из фруктов, остров покрыт джунглями. Мы найдем предостаточно. Умненькая, 16 лет. Да, ты придумала отличную идею, Ильяна. Нам их понадобится очень много, если хотим выжить, пока помощь не прибудет. Какая помощь? Мы должны хотя бы попытаться дойти до джунглей. Может быть, там кто-нибудь живет? Ага. А если найдем здоровенного тигра, нам конец. Ну что ж, завтра будет новый день. Спокойной ночи всем. Спокойной ночи, Элис. И среди ночи будем жрать. Правда? Да. Перетащите пищу на вашего персонажа и нажмите «Далее», чтобы когда всех покормите. Парам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам-пам-пам. Так-с. Хорошо. 5%. 17. Бэмц. Бэмц. Кто больше всего голоден, тех и будем кормить. Ну и этого пухлячка тоже. Он нам более чем пригодится, потому как должен будет ловить рыбу. Хорошо, результаты. Неинтересно. Слишком долго разбираться. Нажмите на костер, проверьте силу пламени и подбросьте немного дров. 77. Одну переработаем. 90. Удачи и веселой игры. Спасибо, наконец-то я сам по себе. Хотя это, скорее всего, будет не очень. Так, депрессия у нашего Юрия 37. Ну, пускай будет. Я думаю, что все будет хорошо. Немножко потерпит. Спальное место только 31%.
То есть еще два хода, и у нас будет спальные места. Но они особо не спасут, как я уже и говорил, да? Так что... Так, Алехандро, возвращайся на исследование. И Джулия тоже. Может, побольше каких-то вещей найдем, не знаю. Запас воды переработаю вот так. Хорошо. Если вы слышите бурение, то это нормально. Соседи бурят целыми днями. Не обращайте внимания. Далее. Дерево, веревка, ткань, вкусное блюдо. Хорошо. И депрессия все больше и больше у него. Вроде показатель добычи очень высокий у него. Ну, относительно, да? Но это ему очень не нравится. Новый чертеж для изготовления набора инструментов. Угу. Также этому оленю тоже не нравится. Пляж 100%, 82%. Хорошо, давай посмотрим на пляжик. Рыбацкая корзина. Обыскать. Джулия, ранение 4, ранение 14. Так, кто у нас по скрытности более или менее? 52. Скрытность 60, борьба 11, ранение 0. Ой, по скрытности все что-то как-то не очень. Ну ладно, давай. Опять провал, ты серьезно? Дуреть. Корзина. 5 свежей рыбы. Наживка. Окей. Так, с усталостью. Здесь что у нас? Мастерская 96%. 60. Значит, еще один ход и будет спальное место. Окей. Мачете, да? Мачете нет. Печально, но его нет. Ну, скорее всего, нам его подбросит. Постараемся найти. Усталость. Ага, исследование. Исследование полным ходом вообще идет. Пожарить немного мяса, пожарить немного рыбы. С водой хватает. Ну и вроде все. Давай далее. Плюс 2 дерева, веревка, куча жрачки, шоколад. Ага. Начало всегда практически одинаковое. Но если поспешишь или что-то упустишь, то пиши пропало. Еще два места. Ну расскажи мне, дорогуша, расскажи о своем прошлом. Я жила в Лондоне, но мои родители из Барбадоса. Мой отец был послом, он приехал в Англию, когда мне было всего 3 года. Какое замечательное сочетание. Страсть островов вкупе с мини... с манерами английской леди. Как скажете. К тому же еще и успешный хирург. Вы пример для подражания для юных девочек, моя дорогая. Ага. Я так не думаю. Мой отец точно бы с вами не согласился. Почему же это? Он никогда не поддерживал мой выбор профессии. Он думал, что мне лучше выйти замуж за хирурга, чем стать им самой. Это тоже неплохая мысль. Ты не можешь заниматься детьми и карьерой одновременно. Многие пытались, а теперь взгляни на этих бандитов и наркоманов, шастающих по нашим улицам. Ты вообще когда-нибудь задумывалась о том, чтобы завести детей? Кстати, сколько тебе лет? У тебя в жизни был кто-нибудь? Ты же не одна из тех девушек, которые думают, что им нравятся другие девушки, ведь нет? И...
Ого, ладно, Элис, я думаю, хватит болтовни на сегодня. Спокойной ночи. Что-то слишком она разогналась. У Юрия депрессия. Депрессия невероятная. Такс-такс, жареная рыба, да, у нас есть? Это жареная рыба или что это такое? Это, по-моему, сырая. 1, 5, 8, 12. Так, давай будем раздавать, наверное, самым голодным. Да, голод здесь, голод тут и голод тут. И еще вот тут, вот так. И вот так, еще вот так, и еще вот где-то так. И на 5% что-то. Вот так. Хорошо. День третий. Давай сразу посмотрим, что за места там. Сырой чемодан. Обыскать. Собирательство, борьба, скрытность. Давай Джекоба. Ау. Больно. Ткань более утоляющая. Мачете нет, да? Печательно. А вот мачете. Поднять. Спасибочки. И теперь у нас есть мечети. Мечети, мечети. 99. Ха, нормально вообще. Так, 15. Давай набор инструментов сразу сделаем, наверное. А потом вернемся к спальному месту. Юрия, мы отправим понижать депрессию. А здесь усталость, депрессия 24. 7, не, 15, 2. Типа окей. Здесь у нас состояние библиотека. Рабочее место понемногу разрушается. Так, подожди, состояние рабочего места влияет на результат связанной с ним задачи. Но вы же ничего особо исследовать не будете сейчас? Или пускай посидят пока? Хотя усталость такая себе у них, довольно серьезная, да? Так, что у тебя с собирательством? 38. Нет. Нам нужно по Бырику сделать инструменты, чтобы добывать дерево, веревку и все остальное. Не с кем общаться. А с кем ты будешь общаться? Давай ты пообщаешься... с Элис. Хорошо. А здесь справятся, я думаю, пока. Не стоит отправляться в джунгли сразу, вот кидаться и постоянно их исследовать. Нужно делать перерывчик, потому как у нас получается с вами, друзья, еще куча дел, и самолет нужно будет осмотреть максимум, потому что еда будет довольно быстро заканчиваться, так же, как и вода. Ну и ресурсы, само собой. Чем больше мы будем делать всякой чепухи, ненужной в данный момент, тем больше будет появляться проблем. Так, костер. Что у нас с костром? Нормально. Костер живет. Что у нас с этим? Тоже нормально. Живет. Хорошо. Что-то бы такое вот подкрутить. Что-то к изготовлению. Плюс 5. Давай. Инструменты. Хорошо. И все, наверное, пока. Дерево, веревка, мачете. 34. Хорошо. Плюс 1 сила. Не ладят они друг с другом. Что-то как-то
не могут точки соприкосновения найти. Между собой. Слишком медленно депрессия падает. Открытая книга. Новые характеристики открываются быстрее. В два раза. Ладно. Уровень второй. Что тебе по уровню? Давай посмотрим. Гуру спортзала наш. Ловкость, скрытность. Давай-ка скрытность прокачаем до 70, наверное. Исследование, собирательство. Силу немножко. Вот. И собирательство, наверное. Потому что реально его не хватает. При всяких скрытностях и тому подобное. Да, мы можем здесь отношения посмотреть. Кому максимально благоприятные, кому негативные. Или там средние. Так, больше никто у нас не прокачан пока. Все первых уровней. Окей. Поговорите с чокнутым древним старикашкой. Давай. Речь 64. 8, 23, 76. Давай-ка попробовать общаться, речь. Стукнуть его по голове. Давай пообщаемся немного. Спустя некоторое время, пытаясь разобрать хоть слово, исходящее из его губ, вы начинаете постигать способ общения с ним. Вы садитесь рядом с ним в таком же положении, закрываете глаза. Пытаетесь слиться с рекой слов, и теперь они нежно текут в вашу голову одно за другим, лаская ваш разум. Вы выходите из гипнотического транса со словами пророчества «найти» и «любовь», пляшущими в вашей голове. Результат. Навык интеллекта персонажа Элис 35, знание 25, депрессия 0. Клёво. Найти подсказки о пророчестве. Может, обыщем его? Джулия, можешь обыскать? Ранение 11. Черт! Старый человек где-то достал ржавые антенны и стальные пики. Но их не сдвинуть и не на чуть. За ним вы обнаруживаете несколько бутылок с прозрачной жидкостью. Вы решаете забрать их все. Он не реагирует. Лечебная вода. Клево. Наверное. Ну, хорошо. 35, спальное место 99. Погоди, я хочу, наверное... Винтерс забрать. Костру. Этого оставить. Но при этом спальное место открыть. Хорошо. Здесь у нас усталость 58, да, депрессия. Тентем. Давай тоже костру. Элис продолжит заниматься исследованием. Усталость, усталость. Депрессия 2. Здесь у нас депрессия 7. Слушай, но по исследованию нам нужно за самолетом собирательство 20. Не подойдешь. Алехандро. Собирательство 41. Но при этом у него будет расти депрессия, но с учетом того, что 2% у него пока, пускай немного подепрессует. 8 раз еще осталось. Так, хорошо. Костер. 10.49.
пожарить немного... рыбы. Плюс одно блюдо. Чудно, что с водой у нас 42. Хватает. Огонь скоро погаснет. Подожди, ну... Ладно, раз уж так настаиваешь. Дерево плюс одно, плюс веревка, плюс два блюда. Съедобная дрянь. Усталость, смотри, сразу растет и депрессия. Конечно. Спальное место теперь есть в вашем лагере. Новый чертеж, корзина для фруктов. Чудно. Я сейчас, наверное, переключусь на корзину для фруктов, потому что скоро будет заканчиваться вода. И ее нужно будет восполнять как-то. Кто был этот чокнутый чувак с антеннами? Так, скоро найти другого человека на острове нам везет. Он хотя бы живой был? Я не осмелилась проверить у него пульс. Рядом с ним чувствовалась какая-то странная аура. Было ощущение небезопасности. Он ведь вроде медитировал или нет? Мертвый или живой нам не особо помог. Я бы сказала, что он совершенно бесполезен. Если дадите мне сделать по-моему, я заставлю его говорить. Это уже не ваша уютная защищенная реальность, когда вы уже поймете. О чем он бормотал? Мы все ясно разобрали слова «найти», «любовь» и «пророчество». Это может быть подсказка к чему-то? Ха, это не твои тупые фантастические книжки. У нас тут реальность. Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости. Согласен. Но пока что это может быть нашей единственной надеждой. Давайте продолжим осматривать местность и проверять все, что может быть связано с этими словами. Окей, только перед этим я вас покормлю. А то что-то как-то вы сильно больно... Больно сильно... Они очень быстро начинают голодать вот с третьего дня. Как бы ты ни пытался, ни старался их накормить полностью, практически вот до нуля, да, или до 5% голода довести, все равно они будут голодать очень быстро. Очень и очень. И это нехорошо. Это очень и очень нехорошо. Так, 42, 47, 43. 43. 42. 39 попугаев. 20-30 мы оставим. Пока 38-35-37-37-32. Так, а Юрию мы дадим немножко вот этого. Ого. Ну ладно. Так, вроде бы как типа все нормал. 24 21. Все, хорошо. Сила пламени 21%, 25 осталось. Чудно, друзья. Это первая серия. Мы с вами увидимся в следующей. Надеюсь, вы поддержите это прохождение. И надеюсь, вам понравится. Куда мы доберемся, опять же, я ничего обещать не буду. Но жду ваших комментариев, ваших подсказок. Что, как, чему сочетать. И что, как лучше делать.
Ссылка на плейлист будет в описании под видео. И я вас жду в других прохождениях, в других видео с нетерпением.